На улице Старая Красина произошло дорожно-транспортное происшествие, лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Lachetti, двигаясь по правому ряду в направлении центральной части города, по неустановленной пока причине выехал на встречную сторону дороги, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Opel. В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet погиб. Можно с уверенностью сказать, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, и то жизненное пространство, которое находилось в автомобиле, помогло бы ему выжить, если бы он был пристегнут. А несколько лет назад на данном участке проводились ремонтные работы. В правой полосе имеется небольшая просадка асфальтобетонного покрытия. В настоящий момент специалисты дорожной инспекции, госавтоинспекции работают по установлению причинно-следственной связи между данным провалом с дорожно-транспортным происшествием. Имеющая запись с видеорегистратора встречного автомобиля говорит о том, что водитель двигался со скоростью, превышающей скорость среднего потока автомобиля.